Проделал дыру в стене, проник в магазин, разбил посуду. И все ради 10 тысяч рублей. В Ботлихском районе за кражу коммерческого объекта задержан молодой парень. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. Все подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Что ты набухался? В содеянном задержанный сознается. Вот только для чего совершал преступление, не может понять и сам. Мол, был под воздействием алкоголя. Все бы ничего, но молодой парень ранее судим по аналогичной статье. Ранее судим? Да. Какой статье? 291, 158. Это что статья? Взятка и кража. Кражу хозяйка магазина заметила утром. Стена была выбита, на полу лежала разбитая посуда, а касса оказалась и вовсе пустой. Вот только повезло. Патимат Дибиргаджиева, уходя вечером, оставила там всего около 10 тысяч рублей. Утром, как обычно, пришла в магазин. Сразу уже пока шла, уже поняла, что какие-то неполадки вот с той стороны. Заметила. Ну, зашла в магазин. А тут разгром, посмотрела, все, посуда разбита, подошла на кассу, на кассе денег нету. Девушка сразу обратилась в полицию. Прибывшие на место преступления сотрудники обследовали магазины и опросили свидетелей. Украденные денежные средства у задержанного изъяли. А вот сумма нанесенного ущерба от разбитой посуды эксперты оценили в более чем на 100 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия факт проникновения в магазин, принадлежащий Шабану, подтвердился. В настоящее время продолжается следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Патимат Ханапова, Шахрудин Халидов, Меседу Магомедова, новости ННТ, Ботлихский район.